Всем привет! Вы смотрите «Ананас Лэнд» – только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. И сегодня речь пойдет об актере Джонни Деппе. Напишите в комментариях, как вы относитесь к данному актеру. Нам интересно ваше мнение. Голливудский актер Джонни Депп в ходе судебного заседания признался, что употреблял наркотики вместе с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. По словам Деппа, вместе с Мэнсоном он выпивал и употреблял кокаин. «Однажды я дал Мэрилину Мэнсону таблетку, чтобы он перестал так много говорить», – отметил Депп. Эта реплика актера вызвала смех у присутствующих на заседании. Джонни Депп подал иск на 50 миллионов долларов против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Хёрд. По мнению актера, заявление о домашнем насилии, которое Хёрд изложила в статье для Washington Post, является клеветой. А на этом у нас все. Вы были на канале «Ананас Лэнд». «Ананас Лэнд» – ананасовое настроение. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.